Эта контратака в течение всего нескольких недель будет такой сильной, такой стремительной. Если посмотрите российские телеканалы, полковник запаса Генерального штаба Ходоренок красочно описал. В моем завтрашнем эфире я покажу это видео о том, что ожидается, какой сильный удар будет. Это говорят русские. И эта пропагандистка Скобеева смотрит с испуганными круглыми глазами. Они уже видят, что их ждет. После этого будет что-то подобное ККЧП. Те, кто помнит, путч 91 года будет что-то подобное этому внутри Кремля. Начнется хаос в Москве, в Санкт-Петербурге, в России. Хаос политический, экономический. Начнутся криминальные разборки. Мы увидим эпизоды гражданской войны. А это уже будет тем благоприятным моментом, когда мы сможем здесь, посредством гражданского неповиновения, народного бунта, сформировать национальную власть. Тогда армянские полицейские и наши СНБ не посмеют поднять руку на народ, потому что они поймут, что больше нет покровительства царя. Нет разрешения царя, чтобы побить народ, подобно 1 марта или Саритагу. И если они это сделают, во-первых, удостоится отпора народа и адекватного отношения Запада. Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.